Проект «Золотое кольцо», к примеру. Мы договариваемся, что федералы помогают, к примеру, в ряде вопросов по инфраструктуре. Мы объединяемся, помогаем по грантам каждый регион. Это мы уже вместе, понимаешь, да? А тогда тут уже задействуются ремесленники, бригады, операторы, поездки, школьники. Сегодня наш форум смотрел весь мир. Понимаете? Весь мир смотрел через... А что он смотрел? Он смотрел храм на Нерли, Успенский собор, Патриаршие сады, Гороховец. Я говорю, Виталий, Гороховец построили купцы. Купцы. 17, сколько там? 17, по-моему, у нас храмов на 10 тысяч жителей. И оргкомитет проводит сегодня министр финансов. И там уже принято решение о выделении 100 миллионов, я сейчас сказать уже могу, на наши памятники. У нас большие проблемы с качеством оказываемых услуг, с сервисом, с инфраструктурой. У нас очень много, не очень развита такая межрегиональные возможности. Один регион развивает, а рядом, значит, другой регион это не делает. То есть, значит, нужно усилить межрегиональные связи. Поэтому, конечно, сегодня наш потенциал в этом плане не до конца использован. Но вместе с тем, даже этот потенциал, то, что делают люди, вот Владимирская область, другие регионы, он сегодня показывает нам рост внутреннего въездного туризма ежегодно до 15%. То есть люди хотят познавать, приезжать в свою страну, потому что это и сегодня и туризм, и оздоровление, это сегодня патриотизм. Взаимоотношения, которые складываются на этом, на этой площадке конкретно, как бы, знаете, с прошлого года, с момента подписания, они сегодня уже нашли свое продолжение, именно практическое продолжение, а не теоретическое. Я уже говорил об этом. Уже есть инвестиции, есть программы, есть договоренность приезда группы предпринимателей в Южную Осетию. В сентябре месяца этого года. Есть договоренность приезда губернатора Владимирской области Светланы Юрьевны туда же в Южную Осетию. И оно будет наращиваться. Те договоренности, которые, еще раз подчеркиваю, были подписаны, они сегодня притворяются в жизнь. Сегодня мы еще, хочу вам сказать, подпишем, скажем так, календарную составляющую дальнейших наших взаимоотношений и действий. И я думаю, что мы все это совместно будем реализовывать. Мы сейчас в Рязани. Первым мы посмотрим, что мы можем по туризму, что мы можем по промышленности, да? Так же, как с Карелией. У него глубокая переработка. Для нас это тоже главная проблема. Да? Мы можем продвинуть ему туризм. Он своих людей, детей может к нам присылать. Это мы все... Это сейчас вот мы начнем работать. Мы никогда не ощущали такое, я бы сказала, огромного интереса к межрегиональному сотрудничеству. Все побежали на Запад, все побежали туда. А у нас свои рынки сегодня не загружены.